اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Затем, дорогие братья, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мы продолжаем наши лекции по книге «Аль-Ваджиз фи акидати саляфи салих». То есть краткое содержание вероучений праведных предшественников автора Абдуллах ибн Абдул-Хамид аль-Атари. И сегодняшняя тема, иншаллаху та'аля, у нас будет «Аль-Муалату валь-Муадату». في عقيدة أهل السنة والجماعة لبوف إنينويست وعقيدة أهل السنة والجماعة إلي سكاجم فرجداء تروجبة وعقيدة أهل السنة والجماعة إذ أصنو أهل السنة والجماعة إذ أصنو عقيدة السلف الصالح يولايتس لبوف الله إنينويست و الله Что это означает? Это означает любовь и дружба и помощь по отношению к мусульманам, ненависть и недолюбливание и вражда по отношению к куффарам, к неверным. И к тем людям, которые с ними сотрудничают, и к тем людям, которые с ними дружат. И проявляют непричастие к ним и к их законам, и к их конституциям. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Валь-му'минуна валь-му'минату ба'духум аулия'у ба'д». Это довод на то, что мы должны проявлять любовь и дружбу и помощь по отношению между собой, мусульман. Всевышний Аллах говорит: «И верующие женщины, поистине они являются друг другу друзьями». يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Они друг друга повелевают одобряемому и запрещают друг другу порицаемое. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ И они совершают намаз и выплачивают закат. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ И подчиняются Аллаху и его посланнику. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Эти люди, поистине Всевышний Аллах проявит свою милость к этим людям, и Аллах является великим и мудрым. В этом аяте мы понимаем, те мусульмане, у которых есть вот перечисленные сифаты, которые друг другу делают амру нахью, которые совершают намаз, которые выплачивают закат, которые подчиняются Всевышнему Аллаху и его посланнику, эти верующие мужчины и верующие женщины являются друзьями и помощниками друг другу. Всевышний Аллах в Коране говорит, указывая на то, что нам нельзя дружить с неверными, и что мы должны проявлять непричастие к неверным. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Пускай верующие не берут себе в друзья неверных, помимо верующих. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ А тот человек, который сделал это, взял себе в друзья неверных, помимо верующих, то этот человек никакое отношение к Аллаху не имеет. Это акида, акида туль-валя и валь-бара,
вражды и дружбы, акида любви и ненависти, акида причастности и непричастности. Это является один из важных основ акиды Ахли Сунна валь Джамаа. И один из важных столпов из столпов ислама. Почему? Потому что, во-первых, это является частью нашего свидетельства. «Ля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах» что означает? Это означает, что он проявляет непричастие ко всему, чему поклоняются помимо Аллаха. И ко всем тем людям, которые поклоняются помимо Аллаха другому. Всевышний Аллах не спасывал и отправлял посланников для чего? Для того, чтобы они говорили своим народам, «Ани абудуллаха ва джитанибу тагут», чтобы они поклоняли Всевышнему Аллаху и остерегались тагута. Во-вторых, это является самой крепкой вервью ислама. В одном из хадисов пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивает своих сподвижников, «Вы знаете, какая вервь является самой крепкой, которая не обрывается?» Один из подвижников сказал, это является намаз. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, нет. Другой из подвижников сказал, это является закат, потому что там приходится жертвовать своим имуществом. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, нет. Другой из подвижников сказал, это хадж. Почему? Потому что он жертвует своим имуществом, и также он потеет и выносит тяжести и трудности на этом пути. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, нет. В конце сказал один, это является джихадом. Почему? Потому что на джихаде человек жертвует своей душой. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит, нет. Тогда сподвижник спрашивает у него, а что же является самой крепкой верой? Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, отвечает, «Аутаку ураль иман». Самой крепкой верой имана является «Аль-муалату филлах» – дружба в Аллахе, «Валь-муадату филлах» – и вражда в Аллахе, «Валь-хуббу филлах» – и любовь в Аллахе, «Вальбугду филлах» и ненависть в Аллахе. Это на самом деле является самой крепкой вервью имана. Это является из самых важных столпов ислама, из самых важных основ акиды Ахли Сунна валь Джамаа, потому что посредством этого валяа, посредством этой любви по отношению мусульман друг к другу, человек чувствует сладость имана. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит хадисы, которые передал Бухари и Муслим. «Талафун ман кунна фиихи, ваджада бихинна халяватал иман». Три вещи есть, если эти три вещи будут в человеке, он находит сладость имана. «Ман кана Аллаху ва Расулуху ахабба илейхи мимма сивахума». Тот человек, кому Аллах и его посланник были любимее, чем все остальное. Это один. Второе. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. И тот человек, который любил другого раба Аллаха, своего брата полюбил, и он не любит его, кроме как ради Всевышнего Аллаха. Если на самом деле человек полюбит мусульманина ради Всевышнего Аллаха, искренно, в Аллахе, и нет у него никаких других целей, их не связывает ни родственная связь, их связывает ни нация, их не связывает материальные интересы, их не связывает и другие люди, ничего не связывает их, кроме как ислам, кроме как Аллах. И ради Аллаха он этого человека любит. В Аллахе этот человек почувствует сладость имана. И последнее. وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Когда человек ненавидит вернуться к куфру, вернуться в джахилию, так же, как он ненавидит, чтобы его закинули в огонь. Если он так ненавидит джахилию, если он так ненавидит куфр, тогда он чувствует сладость имана. Это тоже является один из пунктов «Аль-бара мин аль-куфри валь-куфар». Также посредством этого пункта акиды «Аль-валя валь-бара» человек делает свой иман полноценным, действительным. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, «Ман ахабба лиллахи, ва абгада лиллахи, ва аатуа лиллахи, ва манаа лиллахи, факад истакмаля л-иман». Тот человек, который любит в Аллахе, и ненавидит в Аллахе, и дает ради Аллаха, и отказывает ради Аллаха. Этот человек, его иман полноценный. То есть, что означает «дает ради Аллаха и отказывает ради Аллаха»? Дает на пути Аллаха, дает туда, где есть польза для религии Всевышнего Аллаха.
и отказывает, когда к нему приходят и просят для харама деньги. Даже если это твой сын просит, или брат просит, или кто бы это ни был. Он это просит для харама, чтобы ослушаться Всевышнему Аллаху. Или он сам грешник и берет деньги, чтобы, и даешь ты ему деньги, чтобы помочь ему в этом грехе. Здесь, если ты ради Всевышнего Аллаха откажешь ему, зная, что он обидится на тебя, зная, что он будет там, чувствовать к тебе какое-то другое отношение, если ты откажешь, вот тогда ты полноценный иман у тебя. Также это является связью, на которой строится общество мусульман. Если мы любим друг друга ради Аллаха, если мы другу любим то, что любим для себя, тогда на самом деле будет у нас сплоченность и крепкость. И на этом строится исламское общество. Так, как это строилось в Медине, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину. Мы же знаем, какое отношение этих братьев было, этих мухаджиров и ансаров. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предложил этим ансарам, сказали, у вас есть огород, это ваше имущество, там есть сады финиковые и так далее. Или у вас есть торговля, то есть у вас что? Имущество для того, чтобы торговать. Эти ваши братья приехали к вам, они будут с вами работать в вашем огороде, в торговле, и вы будете делить им пополам, то есть доход. Вы знаете, как ответили ансары? Ансары ответили, а нельзя сделать еще лучше, о посланник Аллаха. Посланник Аллаха говорит, а как можно? Они будут дома сидеть, а мы будем делить с ними половину нашего имущества. Вот такое у них было любовь по отношению друг к другу. На этом любви строится исламское общество и исламское государство. И на этом сплачивается общество мусульман. Пророк, саллиллаху алейху салям, сказал, «Ля юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибба ли нафси». Не уверует никто из вас, пока не будет любить для своего брата то, что он любит для себя. Валлахи, этого любви у нас нету. Поэтому мы в данном положении, в данное время в таком положении. Любовь в Аллахе и ненависть в Аллахе, любовь к мусульманам ради Аллаха и ненависть к неверующим ради Аллаха, это является обязанным фарзом является над каждым мусульманином. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Я айюха аллазина аману, ла таттахиду адуви ва адуваком, аулия тулкуна илейхим бил мавадда». О те, которые уверовали, не берите в себе друзья моего врага и вашего врага. И вы проявляете к ним мавадда, любовь. В то время, когда они отрицают ту истину, которая к вам пришла. Как можно дружить с человеком, который считает ложью то, что ты исповедуешь, и то, с чем к тебе пришел твой пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям? Как можно с этим человеком дружить? Как можно к этому человеку проявлять свою любовь? Ахлю сунна валь джамаа. Это любовь и вражда, или любовь и ненависть, скажем. Они делят на три части. Это тоже очень важно. То есть, аль-валя у аль-бара есть три вида. Первое какое? Это полная валя. Полная дружба, полная любовь. Второй вид – это полная непричастность, полная нелюбовь, полная ненависть. И третья часть – третий вид этого аль-валя уаль-бара – это относительная любовь и относительная ненависть. То есть полностью ненавидит человека и полностью не любит человека. Сейчас мы разъясним, что это означает и к кому это относится. Первое. Есть определенные люди, которые заслуживают полностью нашу дружбу. Полную дружбу и любовь. Абсолютную любовь. Это те верующие искренние, которые уверовали в Всевышнего Аллаха и в его посланника, и которые соблюдают религию Всевышнего Аллаха и его шариат знаниями, убеждениями и своим нравом и характером, и искренне в этом. Эти люди заслуживают полную любовь и абсолютную дружбу. Всевышний Аллах в Коране говорит, «Иннама валийюкум Аллаху ва расулюху, валлазина аману, аллазина юкимуна ссалата ва ютуна ззаката ва хум ракиун». Поистине,
Поистине, вашими друзьями, вашими помощниками являются, во-первых, Аллах и Его посланник, и те, которые уверовали, которые совершают намаз и выплачивают закат, и они находятся в земном, в поясном поклоне. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Тот человек, который будет проявлять свою дружбу, проявлять свою помощь и поддержку Аллаху и Его посланнику и верующим, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Поистине, Хизбуллах, группа Аллаха, они победят. То есть, если мы будем любить Аллаха, и будем любить пророка, и будем любить друг друга ради Всевышнего Аллаха, мы победим. А если мы не будем любить Аллаха, и не будем любить пророка, и не будем любить друг друга ради Аллаха, мы никогда не победим. Второй вид – это те категории людей, которые заслуживают полное непричастие и абсолютную ненависть. Это кто? Это являются кафиры, которые в своей основе являются кафирами, которые проявляют свой куфр, и свой ширк, и свою ересь. Разницы нет, какого вида они не были, какого цвета кожи они не были, разницы нет. Будто они иудеи, или христиане, или многобожники, или вообще атеисты, которые отрицают, или которые поклоняются идолам, или огнепоклонники, лицемеры. Разницы нет, которые являются кафирами люди, к ним должно быть полная непричастность и абсолютная вражда и ненависть. Еще одну вещь, которую здесь мы должны упомянуть. Внимательно послушайте. Чтобы потом не говорили, что я от себя говорю, я прочитаю этот текст. Это место я прочитаю. Здесь он говорит: وَهَذَا الْحُكْمُ يَنْطَبِقُ أَيْضًا عَلَى مَنْ فَعَلَ الْمُكَفِّرَاتِ. И этот хукм, то есть полная вражда и абсолютная ненависть, и полная непричастность, это относится также к тем людям. فَعَلَ الْمُكَفِّرَاتِ, которые сделали то, что выводит человека из ислама. Мин аль муртаддин аль мансубин аль ислам. Из тех муртаддов, которые себя относят к исламу. Как, например, те люди, которые попали к вукуихи фи накдин мин навакд аль ислам. Они попали в что-либо, которое нарушает ислам. Ау ашрака биллахи тааля фи ибадатихи ахадан мин халких. Или предают Аллаху сотовариша в поклонении. Ау сарафа лахум науам мин ануаи аль ибада. Или направляют какой-либо вид поклонения помимо Аллаха другому. كدعاء غير الله как взывать помимо Аллаха другому, او الاستغاثه بغيره или просить помощи помимо Аллаха другому, او التوكل او الذبح او النذر لغير الله تعالى или те люди, которые уповают не на Аллаха или приносят жертву не ради Аллаха, дают обет не Аллаху, или те люди, которые порицают Аллаха и его посланника, издеваются над ним, или те люди, которые оставили свой фарз намаз, ау тарки салати аль-мафрудати мин гайри узр, без оправдания, без узра, без причин, которые оставляют фарз намаз, ау фасли ад-дини ан аль-хаяти и'тиқадан би аннаху ла юлайму хадзал аср, или те люди, которые разлучают между религией и жизнью. Религия — это одно, жизнь — это одна. Почему? Потому что религия не подходит нашему времени или нашему положению. Эти люди, ау нахви дзалика мин а'мали ар-ридда, или подобные дела, которые выводят человека из ислама. Он говорит, вот этот хукм, полная ненависть и полная абсолютная непричастность относится и к этим людям «ба'да икамати л-худжати алейхи», после того, как было установлено над ним худжа, доведено до него довод. Это условие, то есть человек мусульманин сделал что-то, сначала надо донести худжу, потом вынести ему такфир. То есть, может быть, оттуда исключаются некоторые моменты. Как, например, тот человек, который порицает Аллаха и его посланника, там худжа не бывает. Тот человек, который издевается над Аллахом и его посланником, там худжа не бывает. Почему? Потому что это само издевательство и порицание указывает, что его сердце пустое. Нету там никакого имана. Если было бы там имана, было бы уважение к Всевышнему Аллаху и к его посланнику. В общем, у нас хукм какой? Тот человек, который себя относит к исламу, однако сделал что-либо, которое нарушает ислам, мы абсолютную непричастность и полную ненависть проявляем к нему, когда? После того, как мы доносим до него худжу, если он того не сделает. И так далее. Дальше продолжает. И мусульмане, и правители мусульман, говорит, должны
усердствовать и противостоять этим людям, которые делают себя считают мусульманами, а на самом деле делают то, что нарушает ислам. И те люди, которые себя приписывают к исламу, а на самом деле не уверовали своими сердцами. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Я айюха ладзина, я айюха ан-набийю, джахиду аль-куффара валь-мунафикина, ваглуд алейхим ма'вахум джаханнам ва бийса аль-масир». О посланник, о пророк, воюй с неверными и с лицемерами. То есть лицемеры кто будет, который себя приписывает к исламу, а на самом деле не является мусульманом. Ваглуд алейхим, и будь черствым к ним, ва ма'вахум джаханнам. Их место прибытия является гиенной, и это очень скверное место прибытия. Также Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ла таджиду кавман юминуна биллахи вальяумил ахири вааддуна ман хаадда Аллаха ва Расуля». Ты не найдешь людей, которые уверовали в Аллаха и в Судный день, и в то же время они проявляют свою любовь к тем людям, которые воюют против Аллаха и его посланника. وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. Даже если они будут их отцами, детьми, братьями или тухумом. أُولَٰئِكَ كَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. Это те люди, которые проявляют непричастность к этим людям за то, что они воюют против Аллаха и посланника. Даже если это будут их отцами, сыновьями, братьями и так далее. Эти люди являются теми, в чьих сердцах Аллах написал иман. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. И подкрепил их духом от себя, то есть Джибрилем, алейхиссалям, своей помощью Аллах подкрепил их. С этого это что понимается? Не может быть такое, чтобы человек верит в Всевышнего Аллаха, его посланника, и в Судный день, и в то же время он дружит с теми людьми, которые воюют против Аллаха и, и против пророка, саллиллаху алейхиссалям. Это противоречимые вещи. Не может быть такое. Не встречается в сердце человека любовь к Аллаху и его посланнику, и любовь к тем людям, которые враждуют с Аллахом и его посланником. Это невозможная вещь. И после этого, дорогие братья, мы сказали, что любовь в Аллахе и ненависть в Аллахе – это является из обязательных вещей мусульманина. Однако вопрос задается, в чем проявляется эта любовь и в чем проявляется эта вражда и ненависть? То есть, что мы должны делать, чтобы сказать, мы любим мусульман? И что мы должны делать, чтобы сказать, что мы не любим неверующих? Это мы скажем, иншаллах, сейчас. Первое, во-первых, ахлю сунна валь джамаа считают, что у любви по отношению к Всевышнему Аллаху и пророку и к мусульман, она от тебя требует определенные вещи. Из этих вещей, чтобы ты сделал хиджру из земель неверных к землям мусульман, чтобы ты оставил неверных и примкнулся к мусульман, чтобы побольше сделать их ряды, чтобы поддержать мусульман, это является одним из обязательных вещей валяа к мусульманам. Исключаются оттуда слабые люди, которые не могут хиджру сделать, или те люди, которые по шариатским причинам не могут вернуться к мусульманским землям. Это исключение с общего правила. Во-вторых, чтобы он любил для мусульман то, что он любит для себя, чтобы принести мусульманам пользу, чтобы отталкивать от них вреда. В-третьих, чтобы он не следил за мусульманами, не искал их недостатки, не искал их грехи. Это одно. Также, чтобы он не следил за мусульманами, не искал, что они делают, чтобы донести до кафиров, чтобы сказать неверным: вот мусульмане это делают, то делают. Это тоже один из проявлений валяа. Если человек любит мусульман, ему нельзя следить за мусульманами и искать их недостатки, и искать то, что они делают против мусульман. Также из проявлений валяа к мусульманам – помощь мусульманам против их врагов. И чтобы не оставить мусульман без помощи в легком положении и в трудном положении. Также из проявлений валяа к мусульманам является, чтобы выполнил те права, которые им принадлежат. Чтобы навестил своего брата мусульманина, когда он болеет. Чтобы проводил его джаназа, когда он умирает. Чтобы был к ним мягким. Чтобы был к ним справедливым к мусульманам, чтобы проявлял свою простоту и кротость перед мусульманами, и чтобы делал дуа для мусульман и просил для них прощения у Аллаха, и чтобы давал салам, начинал давать салам к мусульманам, проявлял свою милость к слабым из них, чтобы не обманывал мусульман в торговле или в других вещах, чтобы не кушал их имущество батылем, ложью и ересью,
чтобы не продавал, не сделал торговлю над торговлей мусульманина. Ты знаешь, что этот брат мусульманин Ахмад с Мухаммадом договорился, чтобы он купит у него машину. И договорились в цене. Нельзя над этим договором встать и говорить, я тебе больше дам, не продавая эту машину. Или ты знаешь, что твой брат Мухаммад засватался к сестре Аиша, к твоей сестре Аиша. И она дала ему ответ. Дала ему ответ, что выйдет за него замуж. Нельзя тебе встать на его сватовство и свататься к ней и просить ее руки. Это тоже является харамом. Это все надо оставить, если ты любишь своих братьев мусульман. Также проявляется любовь к мусульманам тем, что ты не ущемляешь их права, не унижаешь их. Это проявляется в такфире. Нельзя мусульман такфирить. Нельзя считать их кровь халялем, их имущество халялем, их честь халялем. Нельзя зульму делать мусульманам. Нельзя их порицать, нельзя упрекать. Нельзя проклинать мусульман. Нельзя посягать на их имущество, на их права. Нельзя плохо думать о мусульман. Это тоже один из болезней нашего общества. Всегда думают про мусульман плохо. Никто не хочет найти оправдание. Что бы ни делал мусульман, сразу самое худшее положение, так думает мусульман. Что-то сделал, он, наверное, ради этого сделал. Он, наверное, ради своего выгоды это сделал. И так далее. Нельзя за спиной мусульмана разговаривать. Нельзя клевету навести на мусульманина. Нельзя от одного мусульманина к другому хабар донести, от него к этому хабар донести. Это все является из пунктов и из проявлений валяа к мусульманам. А в чем же проявляется непричастность и ненависть к неверующим? Во-первых, ты должен ненавидеть от глубины души, искренне ненавидеть многобожие и куфр. И должен в своей душе держать ненависть к многобожникам и ненависть к неверным. Это тоже является одним из проявлений ненависти и вражды к неверным. Нельзя соглашаться с куфром, нельзя соглашаться с многобожьим. Ты должен инкар делать, если видишь, что это совершают, если ты можешь на это, то есть у тебя возможность на это. Также непричастность к неверным проявляется в том, чтобы ты не взял их в себе в друзья, в помощники, в друзья и в любимых людях. Не проявлял к ним ни дружбу, ни любовь, ни поддержку, ни помощи. Также это проявляется в том, что ты оставил все земли неверных и сделал хиджру к землям мусульман. Кроме как, если это будет по необходимости. Если нет у него необходимости, его не оставляют на землях мусульман, только в этом случае можно хиджру делать на землях неверных. В ином случае нельзя оставаться на землях неверных, особенно если у него нет возможности исповедовать свою религию должным образом и призывать к своей религии, и возгордиться своей религией. Если это все есть, то это можно, если есть в этом необходимость. Если даже есть необходимость, но у тебя не получается исповедовать свою религию, и призывать к своей религии, и гордиться своей религией, то даже в этом случае нельзя хиджру делать на земле кафиров. Также непричастность проявляется в том, чтобы не уподобляться неверным в религии и также в мирских вещах. В религии как может быть? Чтобы не уподоблялись им в религиозных обрядах, в праздниках. Или чтобы их книги переводили на русский язык или на другой язык, который мусульмане понимают, и чтобы их читать. Это тоже является проявлением дружбы к неверным. Нельзя перевести книги религии неверных на язык мусульман, чтобы они их читали. А то, что касается в мирских вещах, чтобы мы уподоблялись в их нравах, их этике, их адатах, как они кушают, как они одеваются, как они имена дают друг другу и так далее. Нельзя в этом последовать и уподобляться неверным. Также это проявляется, чтобы мы не помогали неверным, и чтобы мы не хвалили их, и чтобы мы не гордились ими, чтобы мы не распространяли их достоинства или не помогали им в своем неверии.
это тоже является из проявлений непричастия к неверным. Наоборот, мы должны оставлять их подальше, не дружить с ними и не взять их в помощи. И также скрывать от них секреты мусульман и не рассказать им эти секреты. Также проявление непричастия проявляется в том, чтобы ты не участвовал в их праздниках. И в праздниках, в обрядах каких-то. Это касается и Нового года, и других подобных праздников. Нельзя в этих праздниках участвовать. Нельзя поздравлять их или друг друга этими праздниками. Дальше. Это проявляется в том, чтобы ты не просил у Аллаха, чтобы Аллах помиловал их. Или просил за них прощения грехов. Это тоже нельзя делать. Нельзя сказать: «О Аллах, помилуй неверных» или «прости их грехи». Максимум, что можно просить для них, чтобы Аллах направил их на правильный путь. Также это проявляется, чтобы ты делал лицеприятие к неверным за счет религии. За счет религии. То есть ты унижаешь, он видит, что ты, он унижает религию, а ты ничего ему не говоришь и улыбаешься в его лицо. Можно за счет своих интересов помочь религии. То есть призвать его к исламу. То есть за счет своих интересов. Даже если он, например, ущемил твое право. То есть ты делаешь сабру, если он забрал твое имущество. Однако через это проявление сабра ты призываешь его к исламу. Однако нельзя, когда он посягает на твою религию, терпеть и лицеприятие делать неверным. Также проявляется непричастие к кафирам в том, чтобы ты не судился к их законам. Чтобы ты не был доволен их решением. Чтобы ты ненавидел их конституции и законы. И нельзя за ним последовать. И нельзя, когда у нас есть споры, что мы обратились в суд к их законам. Почему? Потому что это последование за их законами, это означает, что ты оставляешь хукму Всевышнего Аллаха и хукму его посланника. То есть здесь есть ученые, к которым можно обратиться и сказать: брат, у нас есть вот такая проблема. Суди между нами. Кому это принадлежит? Вот он, например, в каком-то сделке забрал себе какую-то долю, а мне столько-только оставил. Кто из нас прав? Он имеет ли на это право? Мы должны обращаться к нашим знающим людям, если даже у нас нету свои судьи и свои места, где обращаются на суд. Нельзя обращаться к неверным. Нельзя написать заявление, что он ущемил, твой брат мусульман ущемил тебя в какой-то вещи, судите между нами. Максимум, что можно делать, если он забрал у тебя дом, если он забрал у тебя имущество или что-то, и ты обратился к мусульманам, они тоже не могут это вернуть тебе. Обратился к этим братьям и так далее, нету возможности вернуть свое право, кроме как обратившись к ним, к этим органам. И ты обращаешься к этим органам не для того, чтобы они между вами судили, а для того, чтобы они вернули твое право к тебе. Это тоже, когда есть в этом необходимость. Но до этого надо попробовать все пути, чтобы вернуть. Чтобы обратиться к старейшинам этого села или города, обратились к ученым, обратились к авторитетным людям, мусульманам, чтобы они решили этот вопрос. Если они не смогли, то только в последнюю очередь можно, и то, чтобы вернуть твое имущество, вернуть твое право к себе, а не для того, чтобы они судили его по их законам. И последнее, в чем проявляется непричастие к неверным, в том, чтобы ты не давал салам им первым. То есть не начинал «ассаляму алейкум» говорить. Если он «ассаляму алейкум» скажет, можно «ва алейкум салам» сказать. Однако начать нельзя, им нельзя сказать изначально «ассаляму алейкум». Дорогие братья, причастность к неверным бывает три вида. Первое, чтобы ты был согласен с ними изнутри и также явно. То есть своим сердцем тоже любишь их и своими делами показываешь любовь к ним. Этот человек однозначно является муртадом и кафиром. В этом нет никакого сомнения. Второе. Человек соглашается с ними в своем душе. В своем душе соглашается. Он любит этих неверных. Ему как бы красиво кажутся их там, дела или там, их законы или что-то. Однако по причине того, что он живет среди мусульман, он не проявляет на деле эту любовь.
это тоже является муртадом, и это тоже является кафиром. И он является лицемером, который любит своим сердцем их обряды, их законы, а на самом деле он не может проявить это на своих делах. И остается последнее, третье. Человек своим делом проявляет любовь к ним, а на самом деле он ненавидит их. Какого хукма этого человека? Если этого человека принуждают к этому убийством и биением, то есть если он не будет этого делать, его могут убить, его могут побить и так далее, то в этом случае, если его сердце ненавидит их, и сердце находится в спокойствии на имане, то этот человек не становится кафиром. А если человек ненавидит их, однако проявляет свое причастие к ним, прочитаем это с книги, иншаллах та'аля, чтобы было более подробно. Второй вид, ан-нау'у ас-сани, ан юафика аль-куффара валь-мушрикина фи-дзахири маа мухалафатихим филь-батин. Чтобы он соглашался с куффарами и мушриками, явно, хотя он тайно противоречит им и ненавидит их. وَهُوَ لَيْسَ فِي سُلْطَانِهِمْ. И он не находится под их как бы властью. То есть он может проявлять непричастие и нет ему никакого вреда. А почему он это делает? وَذَلِكَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍ. У него цели есть мирские, когда он это делает. كَحُبِّ الرِّيَاسَ. Любит власть. أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهٍ. Любит авторитет. Желает авторитет. وَمَنْزِلَةٍ. Местоположение среди людей. أو مال أو أرض имущество землю أو الخوف على مصالحه من الضرر или боится за свои интересы, что какие-то интересы он может пропустить, если он не будет проявлять причастие к этим людям. فيواليهم. Он проявляет к ним дружбу. ويدافع عن باطلهم أو يسكت عنه или он защищает их باطل или молчит. أو يتبع نظمهم ويطبق قوانينهم и следует за их порядками или применяет их законы в жизни. Ирдаан лахум, желая их довольствия, ва итаран ли хаддихи мин ад-дунья ва хубан лир-раха, предпочитая их довольствия и предпочитая свою долю из этого дунья и любя наслаждение и спокойствие. Ва талабан лис-саламати аль-аджила, то есть желая и иская что? Ускоренную безопасность. То есть сейчас безопасность, а потом что будет? Фаякун, слушайте, что он говорит, ученый Абдуллах аль-Асари. Фаякуну бидалика кад тахалла ан рукнин мин аркани таухид аль-ибада. Этим этот человек отходит от столпа из столпов таухида. Ва хуа аль-муадату филлахи валь муалату фих. Это любовь и ненависть ради Всевышнего Аллаха. Фаюджибу хаза тарку риддатаху ва куфраху. Этот оставление непричастия к этим неверным обязывает его куфр и его вероотступничество. Ан-дин. وَلَا تَنْفَعُهُ كَرَاهِيَتُهُ لَهُمْ فِي الْبَاطِنِ. И ему не поможет его ненависть, которую он скрывает в своем сердце. كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَةِ. Как на это указывают шариатские тексты. Надеюсь, все ясно. То есть тот человек, который участвует с ними в их порядках, в их обрядах, в их законах, и дружит с ними, поддерживает их, защищает их, молчит на их батль, то есть с ними в одном находится. Однако он говорит, я ненавижу это, я знаю, что это неправда, я знаю, что это неверие. Он ради чего это делает? Ради своего благополучия в этом мире. Ради власти, ради дунья, ради земли, ради авторитета, если он это делает, этот человек является кафиром, и он выходит из ислама. Валяйяду биллях. Остался один вопрос, который очень важно упомянуть. Это что? Есть разница в проявлении непричастности к тем людям, которые враждуют с Аллахом и его посланником, и к тем людям, которые не враждуют с Аллахом и его посланником, и к мусульманам, и не помогают, чтобы они выгнали нас из наших земель, и не помогают им воевать против нас. Это два категории кафиров. То есть те люди, которые воюют против Аллаха и посланника и мусульман, и те люди, которые к этому не относятся, они живут своей жизнью и не помогают им в этом. Отношение к этим двум категориям разное в исламе. Первое что? Первое, те люди, которые помогают в борьбе против Всевышнего Аллаха и посланника и мусульман, к этим должно быть у нас полное причастие и никакой мягкости, и никакого
никакой дружбы, никакой справедливости, вежливости не бывает к этим людям. К этим людям бывает только черствость и непричастность, и вражда, и ненависть. Как Всевышний Аллах в Коране сказал, «Мухаммадун Расулуллах, валлазина маагу ашиддау аля куфари рухамау байнахум». Мухаммад и те, которые с ними, они являются черствыми и грубыми против кафиров, а между собой являются милосердными. А что же касается тех людей, которые не воюют против Аллаха и посланника, и против мусульман, и они не помогают этим неверным, которые воюют против мусульман и против Аллаха и пророка. К этим людям Аллах не запрещает нам, чтобы мы относились справедливо и вежливо, и проявляли нашу вежливость и справедливость, и человечество. Нету в этом никакого греха. Всевышний Аллах в Коране говорит, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Аллах не запрещает вам по отношению к тем людям, которые не воюют с вами в религии и не выгнали вас из ваших земель, ان تبروهم, чтобы вы сделали добро к ним, проявили вежливость к ним, وتقسطوا اليهم, и чтобы вы были справедливы к этим людям. ان الله يحب المقسطين. Аллах любит справедливых людей. Это встречается, бывает в некоторых селах, в городах, бывают люди простые, неверные, они не мусульмане, однако они никакое отношение к этой вражде и войне против мусульман не имеют. Он твой сосед, напротив, через дорогу живет, или у тебя в одном подъезде живет. Нету никакого греха в том, что ты проявляешь к нему справедливости и вежливости. Наоборот, ты через это можешь призвать к этого человека к исламу. Однако Аллах продолжает آيات بسيطها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. فإستن الله запрещает по отношению к тем людям, которые воюют против вас в религии и которые выгнали вас из ваших земель. وظاهروا على إخراجكم, и которые помогали, чтобы выгонять вас из ваших земель. أن تولوهم, чтобы вы дружили с ними. Это Аллах запрещает вам. ومن يتولهم, и тот человек, который будет дружить с ними, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, поистине эти люди являются несправедливыми и по отношению к себе, и по отношению к другим людям. Это Всевышний Аллах говорит в сурат Аль-Мумтахина, 8 и 9 аят. Остался один вопрос. Это очень важные вопросы, которые человеку могут в голову прийти. Проявление причастности к неверным делится на две части. То есть мы рассказали категории неверных, которым проявляется непричастность. Есть мирные, есть немирные. И есть также проявление непричастности к ним, то есть дружба к неверным тоже делится на две части. Первое – большая дружба. Аль-муалятуль кубра. Это что означает? Это бывает своим сердцем и своим делом. Или своим сердцем, или своим делом, или обоими. Как мы рассказали недавно. Или он бывает своим сердцем любит их, или он своим делом любит их, или сердцем и делом любит их. Это как может быть? Это он проявляет любовь к неверию и к неверным, то есть сердцем. Делом как может быть это? Это дело может быть, он помогает неверным и защищает их против мусульман. Он с ними союзничает против мусульман. Он им помогает, чтобы неверные наказали мусульман. Эти люди становятся муртадами и кафирами. Тот человек, который вот эти вещи делает. И есть второй вид проявления любви и дружбы с неверными. Это является аль-муалату сугра, маленькая дружба. Это что означает? Это бывает биль-маваддати, валь-майли, валь-мудаханати. То есть проявляет вежливость, мягкость, лицеприятие к некоторым кафирам. Для чего? Для того, что для своих интересов мирских. То есть по отношению к кафиру он улыбается там, и так далее, такие вещи делает. За свои мирские интересы. Или за его связи, которые его связывают нация, или родственные связи, или что-либо еще. Он дружит с ними, он смеется с ними, он там шутит с ними и так далее. Это является малой дружбой, которая проявляется к неверным. Однако у него вероубеждение
чистое, и у него есть ненависть к неверию и к неверующим. Однако ради каких-то интересов, ради родственных связей, ради мирских каких-то интересов, он с ними дружит, разговаривает, там, шутит и так далее, такие вещи делает. И он не скрывает в своем сердце куфр и ридда аль-ислам. И он знает, что он совершает грех и боится этого греха. Однако ради каких-то мирских целей он это делает. وَيَكُونُ شَأْنُ صَاحِبِهِ Положение этого человека شَأْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُصَاتِ الَّذِينَ يَقْتَرِفُونَ بَعْضَ الذُّنُوبِ Положение, как любого грешника, который совершает грехи, не считая это халялем. وَلِكُلِّ ذَنْبٍ حَظُّهُ وَقِسْتُهُ مِنَ الْوَعِيدِ И у каждого греха есть определенные наказания и определенная угроза. بِحَسْبِ نِيَّةِ الْفَاعِلِ وَقَصْدِهِ Смотря на его намерения, которые у него в сердце есть. То есть мы от этого что поняли? Поняли, что есть дружба к неверным. На два вида она делится. Первое, что человек любит их своим сердцем и любит этих неверных, и неверие любит. И помогает им против мусульман. Защищает их, помогает им, чтобы они наказали мусульман. Этом, если человек проявил участие, этот человек становится неверным муртадом. Второе, этот человек, он не помогает кафирам против мусульман, он их не защищает, он ничего не делает. Он просто с некоторыми кафирами, он, то есть лицеприятие делает, он какой-то шутки делает, дружит, смеется, такие вещи делает. Ради своих мирских интересов или ради того, что у него родственные связи, или нация одна, или в одном месте живут, или так далее. То есть, будучи этот человек враждующим против ислама и против мусульман. То есть, это является фиском, это является грехом. За это Аллах Субхану ва Тааля его накажет. Даже это нельзя делать, и надо остерегаться этого. Акулу кавли хаза, ва астагфиру Аллах ли ва лакум, ва альхамду лиллахи, раббил аламин.